Всем доброе утро, девочки, мальчики. Надо мне приготовить, покушать. У меня есть пюре. Вчера делали пюре, осталось пюре. Что-то так подумала. Вот достала я кусок грудинки. Сейчас буду... Оно еще даже не оттаяло. В общем... Мне надо срезать кожу и нарезать. Вчера мне Миша наточил ножи. Надо быть осторожным. Вот так вот. Срежу кожу. Это у меня грудинка, которую я брала. Делала грудинку тогда. В общем, приезжали у нас. Вот. Осторожненько снимаю, чтобы не порезаться. К пюре я хочу потушить с грудиночкой капусту. Квашеную. Квашеную капусточку. Вот это лишнее сало я тоже срежу. В общем, сейчас, девочки, посвязаю все лишнее. И будем готовить. Так вот. Тут у меня луковица нарезана, морковка. Морковки нет в доме. Вот, в общем, вот так буду резать. Вот такими кусочками. Вот такими. Наверное, один кусочек изрежу. Куда много? Я много тушить не буду. Я сначала хотела пожарить картошку с грудиночкой. Потом думаю, а пюре? И вот я потушу совсем чуть-чуть. Вот такая вот хорошая грудиночка, девчонки. Вот. Так что. А может, все изрежу. Не знаю. Не, нам с Сашей хватит. Миша вряд ли будет есть это. О! Мне Миша, знаете, что заказал? Кабачки. Кабачки. В кляре. Посмотрю, если есть свежие, если еще они, я надеюсь, недорогие. Вот. Я думаю, достаточно. А это мы, может, картошку пожарим. Так. Захотел парень кабачков. Так. Чуть-чуть растительного масла. И, конечно, я добавлю. Топленого. Так. Сейчас, девочки. И будем обжаривать. Чайную ложечку хватит. Включаю. Разогреваю. Так, томатная паста нам или кетчуп. Я достала свой кетчуп, который я из кабачков делала. И достала. У меня тогда салат шарлот остался. Чуть-чуть салат шарлот, тут перец болгарский, помидоры и лук. Из морозилки достала, отходит. Вот. И я это все добавлю. И кетчуп из кабачков, который
мы делали с вами. Я тогда тоже баночку открыла, разложила по контейнерам. Он уже тоже отходит, все, все нормально. Так, разогрелась. Ну, мы сейчас наше мясо сюда закинем. Нам надо его обжарить. Обжарим чуть-чуть. Вот так пусть обжаривается. Так, сейчас я сюда закидываю лук с морковкой. Сильно не буду ничего тут это жарить. Ага. Так, повешиваем. Сейчас я немножко присолю, поперчу. Вот это вот мясо с луком. Потом, если что, мы будем пробовать. Пока вот достаточно. Сейчас мы закинем наши. Они уже растаяли. Я капусту полоснула, вот ваша моя девчонки. Вот она у меня. Так, и сейчас томатного соуса или томатной пасты. Ну, у меня соус. Я сейчас половиночку. Он тоже сейчас здесь разойдется. И добавлю сахара для вкуса. Все, пока. Можно чуть-чуть водички. Пока чуть-чуть. Все, теперь это у меня тут сейчас растает. Вот так вот. Пусть все это соединится, растает. Вот так. У меня все на сильном огне пока делается. Вот так вот. Так, девочки. Девочки, мальчики. И нашу капусточку сюда. Вот так. Сейчас мы все это перемешаем. Так. Можно чуть-чуть убавить огонечек. Можно добавить чуть-чуть воды. Я добавлю, да. Чуть-чуть. У нас как бы будет тушиться. Сейчас оно все у нас будет под крышкой томиться, ну, по времени, кто как любит. Мы любим, чтобы капусточка немножко хрустела. Попробуем на соль, на сахар. Надо, чтобы она такая была, знаете, кисло-сладенькая, кисло-сладко-соленая.
Все, девчонки, сейчас я, оно закипит, забурлит. Я, конечно же, убавлю огонечек и под закрытую крышку. Вот она уже закипает там у нас. Вон, видите, хорошо закипает, закипает. Вот. В общем, убавим на самый маленький, закроем крышкой и будем тушить до готовности. Ну что, девчонки, на посмотреть. Ну, я, конечно же, уже смотрела. И что хочу сказать. Я добавила сахарочку. Больше ничего. И очень вкусно. Так, тушится у меня уже полчаса. Сейчас я еще раз попробую. Вот я еще раз говорю, если кому надо до мягкости, то тушите дольше. Вот такая вот вкуснота и красота. А я сейчас попробую. Подую. Смотрите, девочки. Вот. И с пюре, я думаю, будет очень-очень вкусно. Угу. Девочки, вот самое то. Ничего больше не надо. Капусточка похрустывает. Мясо я даже пробовать не буду. Я знаю, что оно изготовится. Я еще чуть-чуть. Вот минуточек 5. Ну пусть. Вот. Рассольчик тоже, как любите. У меня есть рассольчик. Можно побольше. Но я думаю, не надо. Воды сразу много не наливайте. Пусть еще минуточек 5. И все. Очень вкусно. Закрываем. Опа. Она начинает у меня прыгать, когда огонечек самый маленький. Щелочку. Для вы это, чтобы пар-то выходил. Ну все. Ждем. Девчонки, все. Готово. Очень вкусно. Ай, горячо. Я потом покажу вам, как это у нас будет выглядеть с пюре. Хотела положить на тарелочку, но думаю, потом будем обедать. Ну, я покажу вам. Ну, вот, девчонки, наш обед. Пюрешечка, капусточка, мяско. Вкусно. Честно скажу, вкуснее, чем свежая. Девочки, приятного всем аппетита. Ой. Как всегда. Очень вкусно. Вкуснятина. Ладно, девочки, буду обедать. Будем. Ну вот, опять напомнила вам вкусняшку, правда? Так что, девочки, всем приятного аппетита, кто сейчас тоже кушает. У нас время обед. Всем здоровья, мира, добра, всего-всего хорошего. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока.